Здравствуй, мой юный художник. Сегодня мы с тобой нарисуем дракончика. Светло-зеленой краской сделаем эскиз. А теперь давай закрасим его светло-зеленой краской. Добавим желтого на животик. Сделаем беленькие ноготочки ему. Белым цветом нарисуем два больших глаза. Сделаем фон. У меня желтый. Ты можешь взять любой другой цвет, который тебе нравится. Темно-зеленым сделаем контур нашего дракончика, чтобы он был ярче и выразительнее. На животик добавим полосочек, пятнышек на ножки, на голову, на хвостик. Нарисуем носик и ротик. Черным цветом добавим зрачки дракончику. Не забудь нарисовать белые блики внутри черных зрачков. Наш дракончик сидит на земле, поэтому мы внизу сделаем чуть-чуть темный фон. Добавим черного и белого. Растушуй краску, чтобы был равномерный цвет. Давай немного украсим нашего дракончика. Нарисуем ему небольшие рожки.
Добавим маленькие бровки. Посмотри, какой миленький он получился. Ты большой молодец!